подчеркиваю то, что Украина не одна. Мэры всего мира с вами и смотрят на вас. Мы надеемся, что скоро вы сможете увидеть прекрасное будущее для вашей страны. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы предоставить вам любую помощь, в которой вы будете нуждаться. То зверство, которое сейчас творится в Украине, непостижимо. И я считаю, что подписание договора о партнерстве всегда будет актуальным. Мне очень приятно, что сегодня с нами мэры городов, американских городов, которые проявляют солидарность с нами. Конечно, мы воспользуемся вашим предложением и обратимся к вам за такой помощью. Для нас это очень важно. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю возможность общения, поделиться той информацией, которую вы услышали, и наметить наши планы в дальнейшем на сотрудничество.